Всех приветствую на канале Петров Тверской. Хвилте кайкеле, хвилте петарелинна. Добрый вечер, Петербург. Рады всех видеть. Добрый вечер, Иван. Добрый вечер. Итак, начинаем Дмитрий. Наш вечерний, пятничный, традиционный верконт, вернисаж, концерт. Очень необычный сегодня будет. Навеянный и событиями ныне происходящими, и, в общем-то, в связи вот с недавно отмечаемым днем катастрофы. Поэтому Иван, во-первых, сыграет очень необычные импровизации свои, которые особенно поклонники Розвитальса, и давние, и новые, конечно, с интересом послушают. Также будут картины Юрия Марушкина, их тут 45 штук, аж будет представлено. В общем, все будет очень-очень интересно. И сейчас еще, так, я, значит, более подробно пройдусь по ссылкам и расскажу, что у нас что под этим видео находится. Так, во-первых, да, по названию инклюзивный Conf Unmade. В общем-то, ну, второе слово, оно, естественно, из квантовой физики взято, и ссылка об этом есть внизу, под самым этим видео. И кому интересно, конечно же, можете, ну, пройтись потом по окончании эфира и прочитать. А, в общем-то, ну, это удержание света, инклюзивное, естественно, местоимение. То есть подразумевается, что мы будем на одном дыхании вести этот эфир и вас удерживать здесь. И вы, надеюсь, сами с удовольствием тоже будете с нами. Всех приветствую, кто присоединился. И, значит, дальше пробежимся, что у нас еще есть под этим видео. А именно ссылки на все эфиры Ивана, потому что он уже много раз бывал у меня на канале. Это и «Благость непроглядия», проект «Компашинайзер», где мы рассказываем вот, вместе с Сергеем Любченко. Также «Точка симбиоза», это опять же его проект «Компашинайзер». Вот, все это было где-то месяца два назад. Вот. Также был эфир «Горизонт событий», где Иван, собственно, всю историю свою творческую рассказывает, где мы представляем все его альбомы. Вот. Также у нас был эфир «Флуктуация магического воздуховода» совместно с Андреем Стефимом и Юрием Хоменко. И это был его проект «Fairwind Session». Так, правильно я, кажется, произношу? «Fairwind Plymouth». Да, вот. «Fairwind Plymouth» и полная фамилия Юрия Хоменко. Да, да. Вот, да, опять и тогда ошибся, и в этот раз ошибся, надо специально выучить будет. Рок-н-ролл без ошибок не бывает, это нормально. Да, да, да. Далее, ну, ссылка на очень интересный эфир «Практика незримого полета», и это совместный эфир с Юрием Марушкиным, чьи картины мы сегодня представляем. Вот. А также еще совершенно невероятная ссылка «Countess Rose», ну, то есть «Приходи, попробуй розу». Этот эфир состоится ровно через неделю, это еще один совершенно неожиданный проект Ивана. «Лимон Роуз», правильно, да, я, кажется, произношу? «Лимон Роуз», да, да, так и есть. Там будет представлен также, ну, естественно, музыка Ивана, но и она будет в жанре мелодекламации совместно с Марией Леонтьевой. Она тоже будет здесь и будет рассказана о том, как это создавалось. Я послушал этот альбом, просто очень такие впечатления замечательные. Так, и далее, переходя уже к картинам Юрия Марушкина, там также есть это ссылки на эфиры с ним. Большое интервью со свободным художником, авангардистом, теологом Юрием Марушкиным. Один из ранних моих эфиров, в общем-то, еще даже тогда не умел я пользоваться ни этой ЭБС-студией замечательной, где вот это все видно, где много разных картин. Ну, можно зато послушать. Также есть, значит, эфир с Юрием «Коммуникативный аркан», когда вещание велось на веб-камеру, и картины буквально вот на экран показывались. Ну, это уже история, в общем-то, моего YouTube-канала. Теперь он развивается, и вот становится все интереснее и интереснее. Далее эфир «Уходящий год», рождественский эфир, в конце года был. Вот, совместный с Анатолием Марагаем, тоже художником-авангардистом, и религиоведом Виктором Барашковым. Вот. Ну и, соответственно, «Практика незримого полета», 20-летие первого альбома «Розвитальс», был Юрий Марушкин. И вот потом просто на ходу пришло решение, что будет здорово озвучить, да, картины Юрия Марушкина, музыкой Ивана, а, соответственно, музыку, значит, «Розвитальса» украсть картинами Юрия Марушкина. Вот. Ну и в конце еще ссылка есть, Юрий Марушкин Пайнтер. Можно посмотреть все его картины в большем количестве. Сюда вошло не все. Сразу скажу, что когда эфир готовился, вот, это все-таки наш совместный эфир, и были несколько иные картины. Иван говорит, что это уже совсем-совсем перебор, и я их, естественно, убрал. Но в итоге была добавлена третья часть, то есть получается более насыщенно и хорошо, в общем-то, когда вот это находится компромисс,
которые рождают общую какую-то картину. Теперь я думаю, да, на какой-то момент сейчас вот Иван уже начнет играть, и нас будет не видно, потому что картины бывают как вертикальные, так горизонтальные, еще бывают квадратные, а еще бывают всякие длинные вертикальные, длинные горизонтальные, но у нас будут в основном стандартные по вертикали, по горизонтали. И первая часть, она будет по горизонтали, и поэтому на весь экран нас будет не видно, зато будет слышно, поэтому можно будет наслаждаться картинами и наслаждаться, естественно, музыкой. А потом мы вернемся уже вот к этой картинке, соответственно, здесь, которые вы видите, и я буду постепенно их менять, соответственно, в левой части экрана Иван Размаинский, в правой части картины Юрий Марушкин. Что еще хочу сказать? Да, это отчасти именно, как это, визуальный, наверное, ряд, да, сказать, вот картина-то, я что-то уже даже растерялся. Визуальный ряд, да, да, визуальный, да, ряд. Он, ну, был навеян, ну, происходящим буквально сейчас, вот вокруг нас, конечно, всей этой обстановкой. И также, ну, на этой неделе был, отмечался в Израиле день катастрофы, ну, и, наверное, много где в мире, и, соответственно, был соответствующий подбор здесь и сделан. И поэтому, ну, в образах здесь представленных, я думаю, вам удастся это увидеть. Вот, но финал, он все-таки здесь будет больше, сразу спойлер, возвращаться к нашим реалиям, и Юрий очень, у него много на тему «Мастер и Маргарита», и там тоже это будет представлено, это вот в третьей части, но там, в отличие от булгаковская история, все у нас замечательно в конце, потому что Иван убедил меня, что должно все мощно, классно кончаться наилучшим образом. Вот. А таким, как людям, как я, лучше не доверять, как говорится, потому что я, у меня вечно страх всякий происходит. Все, я замолкаю, вот, предоставляю слово даже, наверное, ну, работу рукам Ивана, он сейчас, наверное, что-то, да, скажет и начнет играть, а я начну показывать вам картины. Иван, пожалуйста. Еще раз добрый вечер. Слушаем, смотрим и так далее. Thank you.
Thank you.
Хорошо. Спасибо большое. Я думаю, сейчас везде аплодисменты, где нас слушают. Вот. Да. А, вот, даже раздаются аплодисменты. Отлично. Слышно, зрители в зале помогают. Да, маленечко несинхронно получилось, но ничего, это самое. Я вообще старался менять картины, когда меняется тема, и сейчас также буду продолжать, сейчас их будет гораздо больше, ну, два блока, один 17 картин, другой 13, вот. Иван, такой вопрос, а вот эти композиции, это... Какие-то с названиями, или это вообще вот абсолютно живая импровизация? Просто поток музыки, как бы, ну, связанный как-то с картинами. Ага, хорошо. Просто когда ты отворачиваешься, я так понимаю, ты смотришь на экран, какие там картины, что там это? Ну, в какой-то степени, да, в общем, да. Ага, хорошо, хорошо. Ну, в какой-то степени. Да, сейчас вот 17 картин пойдут как раз, и... Когда последняя закончится, появится портрет уже Юрия Марушкина. Ну, соответственно, наверное, тоже надо будет сделать паузу. Это, чтобы, естественно. Да, еще что-то. И потом мы перейдем к третьей части. Вот. Ну, все, я готов. Это, я думаю, ты тоже готов. И зрители как раз... Да, вот, да, мы 24 минуты в эфире. И сейчас, в общем-то, вот самая третья часть очень драматичная. Она начинается... Вторая часть, наверное. Да, я оговорился. Ну, ничего страшного. Да. Главное... Вот я пытаюсь для себя уточнить просто. Да. Вот. Здесь, конечно, будет, что называется... Но здесь мы уже никуда не исчезнем. Постоянно будем на экране. Нас будет видно. И будет видно картины. Так что... Если кто-то еще кого-то может пригласить на этот же эфир, пожалуйста, делимся ссылками, рассылаем. Вот. Если у кого-то нет времени, ну, смотрим, конечно, потом. Ну что, поехали. Угу. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Чуть-чуть я поторопился, спасибо. И, собственно, сам Юрий на экране сейчас, вы видите его. Будет еще одна его фотография в самом конце, тоже с картиной. Вот. Иван, спасибо большое. Спасибо всем, кто присоединился к нашему эфиру и кто с нами остается. У нас еще третья часть. Пожалуйста, пишите ваши вопросы, и в конце мы обязательно, ну, на них ответим. И, как просил Иван, все-таки, чтобы не заканчивать мрачно, третью часть он все-таки сделает более весеннюю, более живую. Вот. И мы сейчас уже перейдем к ней. Нас еще 13 картин ожидает. Ну, и еще одна фотография Юрия Маршкина, тоже, естественно, с картиной. Юрию также отдельное спасибо за творчество. Я надеюсь, что наше удержание зрителя, наш кайфонмент отлично продолжается. Да, вот Дмитрий Каргин пишет, какой трагизм. Ну да, в общем-то, сыграно здорово, нарисовано то же самое. Одно другого достойно. Иван? Я здесь. Да, да, то тебя совсем не слышно. Слышно музыку только. А сейчас ты меня слышно? Да, отлично. О, все приветствуют, все выражают просто свою благодарность, что называется, всем нравится, это в основном художники, музыканты, то есть люди все в теме, и просто, опять же, просьба ко всем, ну, репостите это видео, пусть еще кто-то увидит, пусть узнает, и однажды также и ваша картина, и музыка будет здесь представлена, и есть у меня определенные задумки, потому что все-таки не все творчество Юрия вошло, оно очень огромное, и ссылка есть под этим видео. А также не менее огромное творчество Ивана Размаинского. И помимо тех эфиров, что я назвал, есть ссылка на Bandcamp. Это там, где много-много всякой музыки этого музыканта. А также на сайт группы. То есть все это там есть. Я это из раза в раз повторяю, но потому что, как говорит Марк Фейгин, надо повторять. Иначе есть люди очень такие, которым не повторишь, они этого и не сделают. И мне тоже многие часто говорят, повторяй чаще, это, ну, одно и то же, и тогда, может быть, даже тебе что-то прилетит на карточку, номер которой тоже там же обозначен, потому что мне нужна камера, нужна новая видеокамера, нужен жесткий диск, нужно улучшать студию, и когда все-таки вот эти улучшения будут сделаны, будет более качественный эфир, и, естественно, будет более качественный материал. Вот. Ну, а пока, в общем-то, делаем все возможное и невозможное здесь, вот, чтобы и вас порадовать, и самим было замечательно. Ну что, у нас так... Да, вот Андрей Стефинов пишет, настоящий ламповый Иван. Вообще вот сейчас это очень модно, но ламповый эфир. Да, действительно, я соглашусь, в общем-то, действительно, ламповые вот эти цвета, и у Ивана тут
У меня, конечно, тоже, ну, ламповое освещение, но у меня стоит баланс белого, поэтому я нормальный такой розовый, как говорится. Но зато вот два человека перед вами. Слева Иван Разбойницкий, справа Юрий Марушкин. Абсолютно ламповые. И мы сейчас продолжим. Третья часть, она больше уже, конечно, выход из всего из этого. Это, опять же, и позитивная история мастера и Маргариты. Это, я думаю, может быть, даже вот Иван сейчас и от себя что-то присочинит, потому что наверняка же, думаю, тоже знаком с этой московской историей. Вот. Ну, выбрал я какие-то далеко не все картины, ну, так вот, как хотелось мне самому, я думаю, тоже вам понравится. И Юрий, я знаю, тоже с нами, я надеюсь, тоже оценит, что вот таким вот образом. Продолжаем? Да. Отлично, мы 50 минут в эфире, и я думаю, что еще, ну, может быть, 20, может быть, полчаса, вот, а потом каждый сможет пойти отдохнуть, попить чаю и еще раз посмотреть этот эфир на ночь. Все, Иван, пожалуйста. Так. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Отлично. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо. Я даже сейчас перечислю, кто с нами. Спасибо Рине Ровенской, что она посмотрела в записи этот эфир, потому что у нее параллельный эфир сейчас, по-видимому, уже закончился. Спасибо Ивану Розмаинскому за игру. Спасибо Юрию Марушкину за картины. Ольге Чутковой и за картины, и за то, что тоже здесь с нами в эфире смотрит. Спасибо Дмитрию Каргину из Мурманска. Он тоже все время с нами на эфирах. Александру Винсову спасибо. Андрею Стефину. Ниноги Вишвили. В общем, с нами сегодня и Москва, и Питер, и Мурманск, и Тбилиси. И Ксен Сова. Она здесь у нас, вот смотрите, летает периодически, появляется, исчезает. Это Тверь. Спасибо, Тверь. Дмитрий Зимин, спасибо. Я думаю, мы сделаем обязательно... Потому что есть у Юрия Марушкина еще некоторые такие картины, которые твоя музыка подойдет. Я думаю, это специальный будет такой, еще бонус дополнительный. Отдельное спасибо Олегу Чеботарю. Он впервые тоже в нашем эфире, тоже это художник. Это из поселка Спирова. Оттуда же, откуда и Ольга Громова. И тоже ей спасибо, что она здесь с нами. И
Берлин еще с нами. И это Юрпалов Конспираси. Сергей Юрпалов, группа Румата. Тоже отдельное спасибо. Если у кого-то есть вопросы, пишите нам их быстрее-быстрее, потому что мы еще успеем на них ответить. Если нет, я еще забыл. Ну, здесь все, конечно же, главное. Но дело в том, что это было, ну, необычно. Это было классно, лампово, как нам написали. Но дело в том, что у Ивана много записей, и есть, естественно, классные, мощные, это очень классные альбомы, я до сих пор еще их все так и не прослушал, ну, надеюсь, за года два справлюсь, и то хорошо, как говорится, но сразу говорю, был эфир у меня ровно неделю назад, и вообще у меня вот весь апрель это просто музыка Ивана, это Розвиталиса, и так неделю назад был эфир, где я представлял вот точно так же собственные картины. Естественно, у меня все там гораздо синхроннее шло, чем сегодня, но там также была музыка, это были треки группы Розвиталис, но, как сам сказал Иван, это же достаточно редкие были треки, и их можно там послушать. Ссылка на этот эфир с необычным названием «Супрематические квадроглядки» под этим видео на самом верху. Опять же, проходим, смотрим, получаем удовольствие. Очень-очень тоже насыщенный на одном дыхании 40-минутный эфир. Может быть, не сегодня, но то есть, когда нужен будет заряд моей бодрости вам всем, то вы можете ее не только в прямом эфире, но и в записи получать. Вот. Что еще? Иван, может быть, у тебя есть что-то сказать? Потому что... Да, я хотел бы сказать. Значит, вот моя самая известная группа — это Розвиталис. Запись этой группы доступна на Бендкампе, их можно послушать ВКонтакте, на Ютьюбе. И для тех, кто в Санкт-Петербурге будет в апреле или близко от Санкт-Петербурга, имейте в виду, что 23 апреля в пятницу большой концерт группы «Розвиталис» в клубе «Горкундель». Это 10-я Советская, по-моему, дом 7Б, кажется. 23 апреля, пятница, «Розвиталис» в городе Санкт-Петербурге в клубе «Горкундель». Кто будет 23 апреля в пятницу в Питере или недалеко от него, приходите. Также группа «Розвиталис», возможно, в мае или в июне выйдет концертный альбом. Там пока еще многое непонятно, идет процесс сведения. Но вот мы надеемся на то, что в мае или в июне релиз состоится. У моего другого проекта «Компассионайзер», который носит чисто студийный характер. И вот, собственно, знакомство с Дмитрием у меня началось именно через этот проект. Да. Опять-таки, в мае или в июне ожидается мини-альбом, минут на 20. И вот тоже, возможно, где-то мы об этом поговорим. Следите за информацией. Опять-таки, музыка «Компассионайзер» есть на Ютьюбе, есть ВКонтакте, есть на Бендкампе. Ну и еще один проект «Fairwind Pleases». Недавно было выложено видео с нашего концерта в конце февраля. Fairwind Pleases — это такой камерный авант-прок, где большую роль играет звучание кларнетов. Вот Андрей Стихвинов здесь в эфире присутствует, он играет там на кларнете, и Леонид Перевалов на бас-кларнете, а также Юрий Хоманенко на барабанах. И Анатолий Никулин на гитаре и на басу. Вот... В Ютьюбе можно найти видеозапись концерта, записанного в конце февраля. Так что следите за информацией ВКонтакте, на Фейсбуке, слушайте, скачивайте альбомы на Бендкампе. Некоторые альбомы на Бендкампе вообще бесплатные. Например, практически все концерты альбома группы «Розвиталис». Так что вот если интересна такая музыка, приобщайтесь. Да, и как уже говорил, еще один. То есть, собственно, есть ссылка на эфир «Горизонт событий», где обо всем, обо всех дисках и проектах Иван рассказывает, но жизнь не стоит на месте. И вот буквально месяца не прошло, и выясняется, что есть проект «Lemon Rose», он уже в интернете, его можно послушать. Это, как я уже говорил, мелодикламация на музыку Ивана Розмаинского, исполняет свои стихи Мария Леонтьева. Это очень-очень интересно. То есть не только Павел Карачин, флагман гражданской поэзии, но есть вот такой вот романтический Петербург, как говорится, в пиху боевой Москве, что называется. И то, и другое, ну, достойно, мощно и классно. Это разное, это здорово. В общем-то, и это будет ровно через неделю, в 8 часов, здесь тоже будет какая-то вот такая необычная картинка. Может быть, не будет, конечно, каких-то художественных картин, хотя будет, конечно же, обложка, ну, очень хорошая. Иван, а художник, пожалуйста, вот напомни.
Валерий Сулевалов. Да, очень хороший. Еще на предыдущем каком-то из альбомов я видел явно. Автор обложки к новому альбому Seven Pleasures, который вот вышел в январе, Seven Pleasures, там тоже автор Валерий Сулевалов. И он же был автором обложки одного из синглов группы Розлетарс. Как раз последнего сингла, Кроун, Вот, и здесь Корона. тоже это, в общем-то, замечательно все выполнено, и мы обязательно поговорим о том, как это случилось, как произошло. И я думаю, что, скорее всего, у нас же будет возможность, опять же, играть вживую на инструменте. А Мария, я знаю, что, ну, она выразила желание не только отвечать на вопросы, но и, собственно, представить свое творчество. И я думаю, что, ну, что-то такое вот совсем эксклюзивное здесь произойдет. Ну, то есть это будет сверх-мега-ламповый у нас эфир через неделю. То есть, я надеюсь, мы все более синхронно сделаем, потому что все-таки здесь картины, да, была определенная сложность. Я этот жанр, опять же, ютубный, его, собственно, никто и не делает, этот верхон, ну, я его буду развивать, вот, буду совершенствовать, естественно, и делать более качественно. Еще раз всем огромное спасибо. Здесь надо обязательно вот руками помахать. Становимся... Михаила Светова, ты насмотрелся в эфире? Становимся партнерами Петров ТВ, делаем перепосты обязательно, пишем свои комментарии под этим видео, когда закончится. Это очень нужно обязательно, потому что лайки, особенно которые сделаны в начале, ничего не дают. И, в общем-то, все, время лайков осталось, ну, в десятых, забудьте это. А вот комментарии, это важно, это влияет на продвижение видео. Но в данный момент, когда на канале, может быть, уже не 136, может быть, кто-то добавился, пока шел этот эфир. Вот, но ваши перепосты могут дать еще подписчиков, еще больше людей, в общем-то, ну, узнает об этом канале, ну, потому что, да, много политических, много каких-то деловых каналов, но, может быть, это там и важно, может быть, и то, но атмосферное, хорошее, чтобы расслабиться именно вот здесь, Петров, Тверской, как говорится. Да, если все-таки искусство на первом плане, вы должны помнить, что Арс Лонга Вита Бревис, искусство вечно. Так Вот. что когда Петров Тверской ТВ, как бы он вот вечность устремлен. Вот. В общем... Поэтому forget about politics, think about art. Да, и Хуцпа Кадима, опять же, кто в теме, понял, я думаю, вот, что это такое, как говорится. Тем более у нас и этого и касался сегодня эфир. Иван, тебе вообще просто офигенное спасибо, потому что ты старался. Да, ну, сейчас... У меня к тебе сейчас, кстати, большая будет просьба. Мы ведь еще одну картину не увидели. И сейчас ты просто будешь играть на финал. Я в какой-то момент Ага. что-то включу. Естественно, нас уже Ага. будет не видно. И, Иван, пока ты не закончишь музыку и потом, ну, выдержишь паузу, там, секунды 3, 4, 5, тишины, и только после этого я отключу эфир. Ну, если ты видел предыдущий эфир, собственно, с твоей музыкой, где, ну, был вот этот город, и играл трек, ну, и, соответственно, вот примерно так же мы и закончим. Вот. Ну, да, вот так вот и формируется, как говорится, сценарий эфира. Вот, Ксен Сова, ладошки, то же самое. Ксен, спасибо, ты всегда на моих эфирах, это классно. Вот. Какая музыка сейчас прозвучит, конечно же, ни я, ни мы не знаем. Но еще одна картина, и это будут часы. И тоже она достаточно философская, уже судя по тому, какое время там будет изображено. Ну что, финальный трек? А? Да, в общем, еще раз, Иван, ты играешь, я тут что-то делаю, но я больше уже не вступаю ни с одним словом. И когда игра закончится, и только после этого, где-то секунд через пять, я выключу. Вот. А на экране просто будет в это время картина. Окей. Все. Поехали. Всем счастливо, удачи и до встречи через неделю. Thank you.
Thank you.